Мэрия города совместно с информагентством «Череповец» объявляет городской конкурс публикаций, посвященных 75-летию Победы. «Череповец прифронтовой», «Молодежь о войне», «Герои нашего времени», «Великая Отечественная война в истории моей семьи» – это День Победы. В каждой из этих номинаций главный приз – 10 тысяч рублей. Главное условие участия – статьи должны быть опубликованы в СМИ или социальных сетях. Работы принимаются до 15 сентября текущего года. Подробности на официальном сайте черинфо.ру. Без возрастных ограничений.